летим в Дубай. Завтра утром мы уже прилетаем в 7 утра. Как тебе самолет-то? Классно. Покажи, Иришка, что там есть у тебя? Наушники. А еще что? Еще у меня там джойстик есть. Ну, это такая приставка, чтобы играть на... Пальтова такая есть. Папочка! Папочка! Солнце мое. Так получилось, что последние 2 месяца мне пришлось тебе врать. Не очень много, скорее даже не договаривать. Но меня это немножко гложет и выбивает из себя. Поэтому... Анечка, смотри, вот тут рыба огромная, смотри. Тут смотри, какая огромная. Наверх, вот туда посмотри. Смотри. Это щука. Щука. Да. Это рыба. А медузы вообще вот такие. Это медузы. Слушай, это прям инопланетянские медузы какие-то. Смотри, двухцветная. Ага, прикольно. Как будто фломастером покрасили. Вообще очень красиво. Нет. Настолько все чистое. А вон, смотрите, какая. То ли креветка, то ли рыба. Это какая-то рыба. Ну, пойми, креветкообразная какая-то. Креветкообразная, ага. Видишь? Какая-то. Видишь, красная такая, в клеточку красная. Вижу. Да я их две вижу. Да, и две там сидит. Мне еще эти нравятся, с длинным носом утиным таким вот. Ага. А это рыба ангел, angel fish. Это финч. Angel fish. Angel fish. Это в мультике про Немо. Вот был у него друг такой товарищ в аквариуме. Так посмотри, какая рыба. Посмотри, какая огромная. Айда трогать крабов. Пошли трогать ежиков морских. Ежиков трогать? Да, вы больные. Вытаскивать, наверное, уж не надо. Можно, можно. Глянь, какой. Чей поплыл? А чё ему? А теперь смертельный номер. Ольга будет трогать вот эту хрень. Ты рукой тень создаешь. Yes? Under water. Okay. Just keep it under water. It's an animal. If you hold on your hand like this, you can feel it. It will move. They don't swim, but by using these tentacles like pencils, they can move. They walk. Они едят кораллы и растения, которые нарастают на камнях. Они чистят. Не вытаскивают. Чистят таким образом. Wow. Возраст вот этих животных больше 4,5 миллиона лет. Мы тоже.
А это иголочки? Детка морской звезды. Смотри. Что, боишься? Ну не, ну. Ой, спасибо. Так приятно, что вы по-русски можете говорить. Мне прям мне здорово. Можно я засниму? 10 ног у них есть. 10 ног? Да. Хорошо. Отсюда они едят. Смотри, да. Рот у них есть. И у них есть синий рот. Очень дорого стоит, потому что люди делают лекарства для бактерий. Антибиотики? Да. А у них глаза что-то такое есть? Зачем? Не знаю. Мало ли. Ну, обоняние наверняка. Чем-то же они... Электричество. А можно что-то взять? А чем, да. Они, чем они понимают, что, куда двигаться и что есть? Глаза здесь. А, ничего ну, себе, даже глаза есть. 4,5 миллиона лет назад появились. Веду репортаж с пульта управления космическим кораблем. Земляне. Пришли к вам с миром. Да, залази. Иди ко мне. Давай.